Всем привет, ребят! Второй раз для тех, кто не знает, мы на аккаунте победителя, человека, который выиграл у меня в конкурсе Некроса. Некроса я ему уже достал. Достал топовые плюшки, можете посмотреть предыдущий видос. Ну а сейчас нам надо стрелок, бигфут и кто там еще? И Фрея. Ну, как обычно, надеюсь на удачу, что мне Фрея выпадет. И мы сделаем у него аккаунт-конфетку. Ну, уже, в принципе, мы достали ему Минотавра, грубую силу на Минотавра. На Анубиса. Анубиса уже даже прокачали. Вот такой вот у него Анубис. Надо, конечно, его... Хотя, в принципе, лучше не его. Лучше все-таки сейчас... Для того, чтобы ему было полегче, всех слизней слить вот сюда. И он сейчас будет качать в первую очередь ворожея. Без ворожея ему туговато будет. Девяточку нам хватило. Ну, сейчас паролим еще что-то. Я думаю, до десяточки добьет и его прокачает. Потому что без ворожея во многих локациях никак. Ну что, не будем балабольствовать. Поехали. По 450 смотреть на синий зелен. Так, капитан Дрейк, королева гарпий, бигфут, ребята, вот так вот, вот это топ удача. Сразу же пару тычек, и у нас недостающий еще один герой. Не знаю, сейчас посмотрим, что тут у него делается в алтаре. Ну тут, в принципе, ниндзиков много. Сейчас мы кого-то ниндзика зацепим. А, у него они еще все. Ну, вариантов особо-то нет. Так, душек. Ниндзик такой есть. Все, сейчас мы ниндзика сольем. Ворожея. И откроем сразу бигфута. Ну, вот так вот, ребят, делаются топ-аккаунты. Так, поехали. Одного героя мы достали сразу же, причем. Жесть просто. Как прет на чужих аккаунтах. Так. На основе уже не так. Так, так, так. Вот у нас бигфутик. Давайте сразу попробуем ему какую-то пятерочку тащить, если получится. Будем и ролить. Берс, блин. Ладно, поставим ради интереса все равно сюда. Так, замедление. Замедление ему надо для мишки. Отлично. Видел у него. Вот он один, по-моему, больше. Вряд ли он еще не качал, скорее всего. У Купидона есть. А, у Купидона нету. Ну, лучше все-таки мишки. Купидон сейчас не так активно используется, как укротитель. На архидемоне. Так, поменять. Отлично. Поехали дальше ролить. Ниндзя. Хороший позитивный контент у нас с утра. Так. Медуза. Сноузила. Укротитель. Ну, я надеюсь, это все повторочки, которые ему нужны будут. Так, Ара, Малышник, Ронин еще один, Рыцарь. Ну, блин, нам нужен Стрелок, Варлок. Нужен очень Стрелок еще. Заклинательница. Не знаю, есть она у него, нету. Возможно, недостающая. Но мы уже не будем возвращаться к этому. У нас еще сегодня акция... Рино. Отлично. Рино у него есть. Паладин. Ну, неплохо, неплохо. Варлок еще один. Сердцеедка. Ее, кстати, я не встретил. Возможно, тоже недостающая. Фараон. Так, ну давай, рандомчик. Попробуем забрать акцию. Возврат самика еще паролить. Так, ну,
Мне надо идти в рейды. Что-то вообще не прет. Так, ну-ка посмотрим на его Анубиса теперь, что он сможет делать. Вот так вот. Раз ударил. А, тут у нас Фрея. А там слабенькая Фрея. Ну давай. Отлично, смотрите, как чётенько смотрится он. Танкист или так танкист, я не увидел ника. Так, окей, поехали дальше. 450 и сразу рыцарь нам падает. Так. Ну, рандомчик. Не подводи. Гаргул. Паладин. Дед Мороз. Атлант. Смерть. Кенди Душегуб. Ну, все магазины и герои. Спасибо, спасибо. Влад Дракула. Блин, вот Фрей и Стрелок такие интересные герои, и их по-любому надо. Так, Хранитель. Ну, как видите, что-то пошло не так. Ну, Ворожей еще один. Отлично. Повторочка будет. Радует. Еще одна сердцеедка. Так, что у нас там призы за героев? Ой, ну мы тут еще даже не собрали всего. Далеко нам еще до всего. Только половина. Ну давай. Еще Хранитель. Гарпия. Ну, рандомчик, не подведи. Надо включать читы, призрачный всадник. Есть, ребята, есть, мы это сделали. Я только сказал, надо включать читы, сразу же мы вытащили стрелка. Блин, ну у тебя сегодня твой день. Тоже такое же везение, как у владельца предыдущего победителя аккаунта. Там тоже просто насыпало. Ну что, я поздравляю, осталось нам кого там только Фрею вытащить. С талантиками не знаю, как у нас получится, не получится. Мы сейчас попробуем еще Фрею добить. Так, поехали еще кого-то сольем. Сливать я люблю героев. Надеюсь, ты не против такого слива. Так, убрать. Вроде все. Войти. Вот наш ворожей. Улучшить. Использовать. Открываем тебе еще сразу стрелка. Ребята, идет конкурс на огнекрыло, обязательно не провтыкайте свой шанс, потому что многие в течение месяца заходят и не знают, где он. Отличненько. Так, стрелок у нас есть. Что у нас по героям? Поехали дальше. Нам нужна Фрея еще. Фрея, приди. Ронин фараон, ничего себе. Седна. Ну, Седна у него вкачана. Дрейк Кенди. Афина, смотрите, как начала падать. Жестко причем. Вот это мы включили читы. Так. Повелитель бури. Да ладно. Тоже недостающий. Я у него его, честно говоря, не видел. Так, смотрим, 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 смотрим. А его-то нету. Офигеть. Там и сердцеедка, походу, тоже недостающая. Это просто жесть. Ну, я сливаю очередного твоего ниндзика, ничего не могу с этим поделать. Так я же тебя. Сегодня ворожей наелся ниндз. Так, окей, использовать. Предметы. Давайте немножко еще докачаем. Круто, круто. Очень и очень офигенно. Так, есть. Есть.
Поехали дальше. Тесса. Одержимый. Дракос. Укротитель. Еще один повелитель бури. Блин, круто. Атлант сразу же следом. Суккуб, смерть. Ну просто, ребята, это просто... Это просто топ-роллинг. Уже по 3 даже падает. Так. Ну все, мы сломали рендом на этом аккаунте. Химера. Череп. Леди Лео. Валька. Друля. Отличненько. Еще один Бигфут. Блин, ну просто супер. Повторки падают. Я надеюсь, он просто будет копить кагашки в свое время, не сливать, хотя бы по 2 прокачает, потому что одного маловато будет. Так, еще Варлок. Ну, уже все. Так, что у нас получилось? Забираем еще коробочку, еще 20. Это что нам надо? Еще большой пак мы возьмем. Сделаем еще ход конем. У нас куча героев. Без талантиков. Заодно и ворожаи у него будут на прокачку. Ну, ребят, вот так вот. Вот это первое место было. Ну и, конечно же, топ удача, как всегда. Ой, как хорошо с утра кофе пить. Ну что, поздравляю, у тебя еще получилось. Сейчас мы докачаем уже. Давайте уже добьем. Блин, думал Фрея сейчас стычки сразу же. Бог Рома. Суккуб. Ронин. Нифига себе. Имка. Отлично падает. Сноу. Атлант. Кубчик. Да, это жесть. Капитан Дрейк. Тыковка. Так, одержимый был, ну уже 934, да, нам не хватит, еще надо будет забрать последний этот. Так, ну давайте добьем уже по Берику Кенди. Не видел там, кто там упал. Ну, короче, у нас куча героев сегодня. Еще маленький пак. Как раз нормально получается. Как вам такое, ребята? Издевательство над аккаунтами. Так, есть. Забираем еще одного. Все, с ворожаем. У него проблемы с какашками не будет. Сразу же я, Павлик, докачаю ему навык. Вот так вот. Ну и следующий, я думаю, кто у нас тут стрелок. Но он же сам решит, кого он будет использовать. Именно Тавра надо качать. В общем, качать есть что у него. Поехали. Поехали, добьем уже. Артешка. Сноу. Укротитель. Садник. Малышник. Так, что у нас по призам? Все отлично. Ну, я думаю, все, еще 2 сетика исцеления достали. И топовую карту более чем достаточно. Вот такой вот, ребята, был роллинг. И я все-таки сделаю еще третий видос. Мы сейчас пойдем в акции. Там яйца у нас есть и куча разных акций еще дополнительные. Будем там еще трешивать, посмотрим, что получится. Все, пишите комменты, подписывайтесь.
Всем пока.